чем труднее мне было, я бы говорила сама тебе, выжить, выжить надо, выжить и довести до правды всю Абхазию. Может быть, это меня держало, не знаю, не знаю. Но я никогда ни с кем не делилась. Да, это был негласный закон всех репрессированных людей. Молчать и ничего никому не рассказывать. Но проходит время, и все тайное когда-то обязательно становится явным. Адиле Шахбасовна Аббас-оглы была единственной дочерью своих родителей. Иранка по происхождению, она с детства владела многими языками, на которых в начале 20 века говорил многоязыки Сухум. Безоблачное детство омрачилось временами, когда притесняли богатые семьи. Дедушка Адиле Яхья Аббас-оглы был владельцем нескольких домов и двух кирпичных заводов. В период раскулачивания свою недвижимость отдал государству. В Абхазии он прославился как хороший строитель. По семейной легенде, именно он строил дворец на скале в Гаграх для принца Ольденбургского. Это дедушкино. И даже в этой ракушке отображается шум моря. Слышим шум моря. И он, дедушка говорил, это память об Абхазии, шум моря. Даже если мы в Иран уедем, что-то останется от нас. Для Абхазии. Ну, память вам, детям. Со стороны матери Адиле из рода Авицба, живущего в Ишере. В 1935 году 15-летнюю девушку похищает Гамид Джихоглы, родной брат Сарии Лакоба. Адиле счастливо прожила всего лишь один год в большой семье, где главным был Нестор Лакоба, председатель ЦИК Абхазской ССР. Будучи юной невесткой, Адиле Шахбасовна помнит каждый прожитый день в этой большой и дружной семье. Когда я пережила здесь все эти ужасы, а когда я попала в дом Лакоба, я ожила. Они очень тепло считались с моим возрастом, с моим происхождением. Сария даже говорила, знаешь, если бы раньше ты бы в наш дом не пришла бы. А я думаю, зачем она так говорит? Мы простые люди, а вы богатые люди. Но они тоже в Батуми хорошо жили. А Лакоба улыбался. Вначале он был рассержен, что это, что мой возраст он не знал. Когда узнал возраст, он взбесился. Конечно, говорит, отец с ума сходит. Но потом, когда мои родители увидели, что ко мне относятся как к родной дочке, одевали, обували, меня относятся, все делали, чтобы и никуда она не ездила без меня. Всюду меня опекала, учила меня, как себя вести, потому что я девчонка была. Вот, только хорошая. А Нестор дома бывал мягкий, шутил, анекдоты говорил, смеялся, прямо неузнаваемый. Но он был очень строгий ко всем нам. Чтобы мы себе лишнее не позволяли, чтобы мы от всех людей резко не отличались. Решив описать все события своей непростой жизни в книге, Адиле Аббас-оглы посвятила ее своей заловке Сарии Лакоба. Через всю жизнь она пронесла любовь к этой необыкновенной женщине и, по ее собственному заверению, помнит все до мельчайших подробностей. Она была прекрасной хозяйкой, потихонечку учила. Потом она была, у нее была обезьяна, подарили ей, на балконе сидела. И она так ласково обращалась с этим животным. А Нестор смеялся, сын и вот второй сын. Шутил, шутник. Знаете, как раскованная была семья. И что меня удивляло, что всех принимали одинаково, не отличали, этот хороший, этот плохой. Сплетен никогда не слышала, никогда.
И Нестор был очень строгий к своей семье. С ней жил брат, сестра, две девушки, которые она воспитывала. Все, все относились одинаково. А мне Нестор даже сказал, обнял меня так на балконе, как сейчас руку положил, все говорит: знаешь, деточка, раз ты попала в нашу семью, все мы должны быть одинаковыми. Так еще мне сделал. Все. Очень ласковый. А вот когда что-нибудь ему на работе не нравилось, он строгий был. Она была, во-первых, целая библиотека, начитанная, говорила по-турецки, по-грузински, по-абхазски, по-русски. Все они знали языки, а мужчины по-английски она изучала тоже. Мой муж, его вообще по-английски говорили, она тоже изучала. Во-первых, она осторожно, не обижая, учила всех, как нужно одеваться, как нужно себя вести, когда бывают гости из других городов. Рядом с ихним домом, маленький домик, сейчас тоже есть, рядом Анчабадзе, а вот следующий маленький дом, знаменитая портниха жила. Она ее принимала не как портниху, а как хорошую соседку. Она была известна, Раиса Исааковна Леви, к ней вообще попасть трудно было. Она с ней беседовала, считала с ее вкусом. Вот это мне подойдет, вот это мне не подойдет. Одевалась изысканно. Даже Нестор делал замечание: не отличайся от всех. Но она любила. Она красивая, вся такая изящная. А ноги у нас были одинаковые. 35-й номер. Она покупала туфли себе и мне. Она меня учила, как надо, какому платью, какие чулки, какие туфли. Всесторонняя была умница, всесторонняя. А голос, как будто бы поет, такой приятный был голос. Всегда улыбается, никогда не оборвет, никогда не выругает, особенно при посторонних. Если она хочет что-то сказать, поведет в комнату, и никто не слышит. Сохраняя свой народ, Нестор Лакоба всеми силами пытался оттянуть проведение коллективизации, да и с колхозами не торопился. В Москве он объяснял это особым, традиционно сложившимся укладом абхазов. Сталин же пока прощал ему все. Она как ему сказала: знаешь, ты Лакоба, а я Коба. Значит, у нас что-то есть родственное. И с этого времени вся Москва принимала его как близко. Одна у меня была, которая когда-то работала в метрополии в Москве, переводчица немка, случайно ко мне попала. Она говорит: я даже слышала как-то, говорит, Нестор Лакоба глухой был, он надевал наушники, а у него специально был телефон. Как, говорит, он разговаривал со Сталином: ну что ты, Иосиф, что ты, Иосиф? Конечно, что-то Иосиком называл, говорит. У Нестора была хорошая черта, что он был очень интернациональный, любим, патриот, но был интернациональный. При нем работали и греки, и армяне, и все. Все, кто умный был, интеллигентный был и разбирались в политических событиях, всех он давал достойные должности. И его поэтому очень любили. Был очень человечный, очень простой. Он на улице мог остановить, спросить, как, что. Приходил в институт, ходил в школу, везде интересовался. Сам хотел убедиться. Все делал для своей Абхазии. Это коробило Берия. А тем временем усилил свое влияние на Сталина давний враг Нестора Лакоба, первый секретарь ЦК КП Грузии Лаврентий Берия. В 1936 году Сталин предложил Нестору пост наркома внутренних дел СССР. Лакоба отказался. Почему? Свидетельствуют очевидцы. Он даже Топчанов, когда расстреляли, 3 дня с ума сходил, переживал. Лишать жизни человека,
или физические меры применять, он считал преступлением. Видите, как он о ему хваре отозвался? Зачем надо было убивать? Он всегда говорил, человека надо исправлять, но не убивать. А почему отказался? Потому что он сказал, я не могу быть таким, как был я года, как были другие. Я не могу убивать и сажать, это не моему характеру. Он знал, что этим он оттолкнет Сталина, что он отказался. Но он прямо сказал, я свой народ предавать, чтобы там людей убивать, никогда не пойду. Ему 43 года было. По сути дела, Лакоба отказал Сталину в поддержке. Его отказ означал отрицательное отношение его к политике генсека. Такое Сталин не прощал никому. Негласно Нестору был вынесен приговор. И исполнить его взялся, набравший к тому времени уже определенную силу, не брезгующий ничем и никем для продвижения вверх, Лаврентий Берия. Он срочно вызвал в Тбилиси опального председателя. По воспоминаниям очевидцев, они крупно поссорились, и потому так странно прозвучало приглашение его на ужин в семью Берия. Когда его уговорили прийти на ужин, а он очень любил рыбу вообще, она знала, Нина знала, дали ему рыбу, а он только хвостик поел, а тут он боялся, да. И шофер был с ним, а еще Берия сказал, что ты за хвостом тянешь его? Ему через некоторое время вдруг стало нехорошо. Он извинился и стал уходить. И когда уходил, своему шоферу сказал, ты знаешь, мне тошнит, голова кружится, что-то они мне сделали. Хорошо, что я все не съел. Он чувствовал, знал, вернулся. А когда Берия узнал, что он пришел в себя, ничего с ним не случилось, тогда решил его пригласить в театр. Так сказал шофер. И там дали коньяк. Да, коньяк, наверное, в коньяке тоже что-то было. А коньяк же сразу в кровь идет. Выпил, уронил и упал. Потом его взяли, все-таки взяли в гостиницу. Этот хитрый был Берия. И когда его телохранитель пригласил врача, его выгнали. Ты кто такой здесь? Я, говорит, выскочил за дверь, мне за шиворот выбросили. И Берия привел своих врачей. И они тут же его анатомировали. Разве это можно? Этот вот Иван Семиржиев сказал, он врач, что анатомируют через несколько часов. А они его еще горячий был, чтобы убрать следы. А все-таки, когда Иван Семиржиев его снова вскрыл, вот в каком-то месте горле нашел пятно. Вот как. А то бы он ничего, все внутренности выбросили. Понимаете? Все дальние поездки за пределы Абхазии Нестора Лакоба сопровождал его шофер и телохранитель Давлет Чантович Кандали. Он и был единственным очевидцем всего произошедшего. И как свидетель расплатился всей своей жизнью за это. 17 лет сибирских лагерей. Он даже работал на урановых рудниках и написал об этом в своих воспоминаниях. Давлет Кандали умер в позапрошлом году. Ему было 91 год. Очень были похожи друг на друга, рост, да. Потом одеваться, он меня заставил одеваться так, а он одевается. Меня везде и всюду, в Москве, в Грузии, везде называли маленький Лакоба. Какими членами правительства мне машине с
Стены только не фотографировался. Сколько у меня было, все они пожгли. Ни у кого столько фотографий не было. С Ворошиловым, с Будённым, Нестор Аполлоныч. Потом там за хлеб-солью сидели, кушали. Столько фотографий было разных. После смерти Нестора Лакоба его шофер и телохранитель Давлет Кандалия пришел к Сарии и все ей рассказал. Свидетелем этого разговора оказалась 16-летняя Адиле Аббас-оглы. Когда его уже похоронили, прошло время, да, и начались разные слухи. Он пришел, я зашла, а он сидел с ней в спальне ее, сидел на скамейке и она говорит, он еще ничего не рассказывал, только поздоровались. А Сария говорит, это моя невестка, если мало ли что со мной может быть, она будет знать правду, не бойся ее. Он еще на меня посмотрел так, улыбнулся. Маленького роста, худенький, светлоглазый, еще меня назвал, ух, какие синие глаза, пошутил. И начал свой рассказ. А я сидела, все это слушала, все, что я пишу о Несторе. Он говорит, он мне предупредил, он почувствовал Нестор, что его вызвал не по-доброму, да, почувствовал. Он ему сказал по-абхазски, «Сымаладжергису умыштым, усыцыс, усыцыс». Так, и поэтому... Он подробно рассказал, как все было. И когда ему стало плохо, Берия распространил слух, что у него сердце плохо. Ничего подобного. Сердце тут ни при чем. А он, Нестор сам ему сказал, наклонился к нему этот Давлет. Говорит, сырщит, сырщит, абгако. Однако несчастья на этом не закончились. В Абхазии поползли слухи о контрреволюционной деятельности Нестора Лакоба. Тело его было выкопано из могилы в ботаническом саду и перезахоронено на Михайловском кладбище. Чуть позже в Сухуми начался процесс 13 лакобовцев, где все осужденные были расстреляны. Паника и ужас охватили население маленькой республики. Узнав, что прах Нестора Лакоба в очередной раз собираются перезахоронить на кладбище маяка, мать Шахсна и жена Сария при помощи кладбищенского сторожа ночью увозят его в Лыхна. Однако существует и другая версия. Показания сотрудника НКВД Рождена Ганге, который утверждает, что сам проводил эксгумацию трупа на Михайловском кладбище, взяв при этом в доказательство значок ЦИКа и белый нож Нестора. По его сведениям, прах Лакоба находится на маяке. Маяк считался всегда хорошим кладбищем. Чего бы они выкопали здесь и повезли бы в Михайловку, это маяк. Ну, подумайте сами, что они так хотели ему хорошее место? Это все вранье, вранье. Это неправда. А значок или это, они могли Белиси снять. Берия все... Почему Берия не приехал хоронить? Почему, если он был другом? Боялся. Боялся, что его убьют. Вот что. Он не приехал. Это неправда. И потом... Сария, мой муж, и Шахсна на машину вел мой муж на своей машине. Ночью уехали, что-то шепнул матери и уехал. Но я молодая, при мне боялись, наверное, правду сказать. Мать Сарии сидела дома в Сухуми, когда вечером из Лыхны вернулся ее сын Гамид Джихоглы. Она сидела, камин был там. Все время бросала дровишки и вот так плакала, сидела и что-то до утра. А я не выдержала, пошла прилегла.
Когда я услышала стук дверей, я вскочила. Это было, знаете, под утро, а она еще сидела. Мой муж вот так, она сидит, а он подошел, руку положил, все наклонился и сказал. Она так, царе да богу, она спросила. Царе, Нестор Яни, Лухны Нхэти. Из, она спросила. Закупдерома Нана, Нана ее называли. Усулхэт царе, утаркар и удерхот. И умбару дыхажу, отжгин зимдыров, араушихас, усального, и шелочцо. Вот это я не мог, я же не писатель, я не могла придумать. Я клянусь вам, слышала своими ушами. И все же тайна захоронения Нестора Лакоба, первого председателя ЦИК Абхазии, нам неизвестна. Свидетелей живых нет. А маленькую Адили в то время оберегли от этой опасной для жизни тайны. Но где похоронен, мы не знаем. Это происходило ночью. Может быть, под домом, может быть, я не знаю. Но мы все знали, что его тело в Лыхнах. Так тяжело мне их вспоминать. Все это перед глазами, образы их не я вижу. Его покушали, покушали. Затем к своей Голгофе пошли мать Нестора Щахусна, Сария, их маленький сын Рауф и все мужчины из рода Джихоглы. А вскоре настала очередь пойти по тюремному этапу и 18-летней Адиле. 22 февраля 1939 года, 12 часов ночи, меня арестовали. А мне 19 лет исполнится из тюрьмы. 23 апреля. Арестовали, ночь держали здесь, при бане, где крысы прыгали около меня. Утром рано увезли в Тбилиси в НКВД. Я попадаю в 38-ю камеру. Ничего не пойму. Крики, ужасы, как все кричат, это бьют их. Потом меня стали водить по коридорам. Будешь молчать? Открываю две женщины и стезают. Ногти вырывают. Звезды жгут. Мужчины, извините меня, в одно место завязывают веревку и тащут. Поняла? Орет, я вот так. Вот не будешь говорить про этих мерзавцев, вот так с тобой сделали. 10 суток в карцере держали. В общем, все ужасы. Единственное, что меня не побили. Хотя меня привели к этому начальнику, чтобы уже разрешение было на то, чтобы меня репрессировать. Самый страшный человек такой был, советский. Я попала в его группу. Ох, мерзавка, проститутка, говорит. Видишь, где-то она своей красотой, говорит, мужчин соблазняла. Я мужчин соблазняла. В общем, издевались надо мной. Я сижу, не знаю, что мне делать, провалить. Знаешь, а меня не забьют? Пришла, говорит, ты, говорит, как русалочка, уйдешь, как баба-яга. Год сидела я в НКВД. Перевели в тюрьму, пересыльную камеру. А там 40 человек. Я заражаюсь тифом, опять карцер, опять меня, значит, в больницу, а в больнице без сознания. Тиф у меня был. Попадаю на ту самую койку, где скончалась Нестора Лакоба жена от побоев. Выбиты были легкие, выбиты были почки, выдраны все ногти, выжжены звезда, выдернуты волосы, зубы. Ужас, ее сапогами вот так били с этими штуками. И она говорила, никогда не подпишу, что мой муж был враг. Он был друг народа. И умру, но пройдет 10-15 лет, вы сами узнаете, что он ни в чем не повинен.
В тбилисской тюрьме в камере с Сарией сидела политическая заключенная по имени Филомена. Она была свидетельницей последних дней жизни Сарии Лакоба. Она-то все и рассказала Адиле и передала ее личные вещи. Она стала мне рассказывала, Филомена, маленькая, худенькая, глаза слезились, и вся изуродованная. Только когда она умерла, вот тогда, говорит она, видно, изваяние лежало, удивлялись, все удивлялись, что все черты лица выдержала. Она и брат ее просил: «Сария, харыцхача, харыцхача, харыцхача». Она еще так посмотрела на него, и этот Филомена говорит, она же маленькая была, а брат высокий. Подскочила, встала на стул, близко, где брат стоял, и дала ему пощечину. Все считали, что она помешалась. Она не помешалась, она перестукивалась. Я была в 38-й, она в 16-й, а Рау в 40-й. И вот она несчастная, когда ей сказали все окружение, что зачем ты так мучаешь себя, сына пожалей, братьям пожалей. Она говорит, вот так вскочила, глаза вылупила и говорит: всем пожертвую, но не выдам. Единственное, чего боялась Сария больше смерти, так это змей, и призналась в этом, сидя в камере. На следующий день ее посадили в карцер с водой, в которой плавали змеи. Через несколько часов ее вынесли оттуда в бессознательном состоянии. Мы с ней сидели, уже когда перебросили в Орточало, я в первой камере, она во второй камере. Но она так приходила в себя и теряла сознание. Она протягивала руки, с матерью разговаривала по-абхазски. «Санза, сдукурсо, санза, раусчик, дыхча, мама». Она думала, что все на местах, она же не знала. Свидания никому не давали из близких. Только вот Костя и Налыпа, братья, думали, что она увидит измученных, избитых братьев, пожалеет их. Она еще оскорбила Костю. «Предатель, ты, говорит, знаете, что я вам хочу сказать? Никого не называйте предателем». Их так избивали, и меня водили, показывали, чтобы я испугалась. Знаете, я никого не виню. Не все могли выдержать эти... Если меня избили бы, а я была иностранно подана, да, не трогали, я бы, наверное, тоже все признала. Вы понимаете? Тяжелую жизнь пришлось прожить этой хрупкой и некогда очень красивой женщине. Как член семьи Нестора Лакоба, она прошла через тюрьму и ссылку, и тиф. 8 лет голода и холода в казахских степях. В ссылке она обрела вторую семью, воспитала 2 детей. Сейчас ей 84 года. Она живет в старом доме, который построил ее дед Яхья Абас-оглы. От прошлой жизни у Адиле Шахбасовны остались лишь дорогие для сердца вещи – бокал из русского стекла и лакобовский кувшин с серебряной крышкой. Пройдя сквозь все испытания, эта сильная женщина не озлобилась. В ее светлых глазах мы увидели мудрость и доброту, и незабываемую память о прошлом. Вот. Вот эта улица Пушкина, перегорожен был раньше, дорога, вот она, здесь школа наша. Это Миразис с сыновьями на Пайтоне проезжал и сфотографировался, оставил на память. А, вот интересная фотография. Вот смотри, это дядя Риза, это
Искандер, отец Фазила, а это их не друг. И они сфотографировали, принесли. Мама говорит, что это такое? Пусть, говорит, смотрит советская власть, во что нас превратили. Нищих. Вера Лакоба. Нет, вот она, Вера Лакоба. Нет, вот Вера Лакоба. А это Пинат, по-моему. Это Чалмаза жена Назии Сарии.